Так, доступно 6 заданий. Заверши один бой в рейдах. Погнали. Условия миссии. Банда запустила нефтяную вышку, оставшуюся от старого мира. Нужно принять мер, чтобы они не закрепились в регионе. Прямая атака за передел сфер влияния, что невыгодно никому. Поэтому придется тайно захватить вышку и похитить топливо. Так, отключить питание вышки. Компы типа боты. Так. Р. Так, а до конца нападения осталось 3 минуты защищать. Так, надо со всех сторон защищать. Вот еще одна насечка на стволе. Так. Ага, вон они. Защищаем фуру с топливом.
зараза. Ага, сопровождаем фуру. Так, уничтожить главаря бандитов, уничтожить оставшихся врагов. Вот типа его надо завалить. Езжай назад. Отлично. Хорошая работа, парни. Это победа. Так, а что за выполнить ежедневное задание? Какое? Я так предполагаю. Вот это вот. Погнали. Защищать фуру от противников, уничтожить все препятствия на нашем, на вашем пути. Прорываются здесь! Ага, надо спереди, что ли? Вон еще этот. Так ему, так ему! Получай! Ах ты зараза!
Блин, управление, конечно, не очень хорошее. Так, уничтожить ворота, какие вот эти вот. Так, генератор. Включите генератор и перегрузить систему ворот. Перезагрузить. А, перегрузить. Как его включить-то? А, вон там метута. Давай, быстрее. Отлично. Все, вернуться к фуре. Блин. Чувак, ты где? Помогайте мне там охранять фурку. Отлично. Молодец. Не поджимай меня, мудила, что ты делаешь же? Чуть осталось. Этот не будет высовываться. Так, не дать врагам уничтожить фуру. Ты где там, чувак? Он вообще потерялся. Что за даун там?
спереди же долбит-то. Вот что он делает, а, мудила? Так. Ага, вот там ты и попался. Что он там пилит? Че, уничтожить главаря бандитов? И всех оставшихся врагов. Блин, пушка, конечно, беспонтова вообще. Отлично. Да, прописали уродом по первое число. Пятый уровень есть. О, сборка. Так. Обрез дополнительно, где можно поставить? 3 единиц энергии. Или дополнительный генератор. Так. А, дополнительная кабина, что ли? Так. Ресурсы, вот. Так, смена внешнего вида, декор, конструкция. Так, конструкция. Так, декор.
движение. Аппаратура. Домкрат, пушки. Вот основа. Так. Я, допустим, хочу установить такую пушечку. Не хватает 2 единиц энергии. Использовано 8 на 8. Установите другую кабину или дополнительный генератор. То есть мы берем его. Так, ее дел. Ладно, что еще можно поставить? Раму. Во. Теперь пушку я смогу установить. Что за бред, блин, сборка. Так, что у меня тут? Выполняя задание, получая знаки за выполнение ежедневных заданий, обменив на награды. Все понятно, так. Сборка. А, ну вот раму. И на нее кабину. Понял. Так. Аппаратура, домкраты. Энергии рубин. Вообще бы, конечно, было лучше бы. Так. Еще раз. Ой. Ё-моё. Так. Вот отсюда. Так, а вот сюда мы поставим вот эту штучку. А. Так. Колеса больше никакие, ничего нельзя устанавливать. Конструкция. Странный, конечно, первый раз тачка, ну ладно. Еще и сзади поставил голову. Так.
Понял, ладно, поставим вот эту вот штучку сюда. Так. О. Окна, так, что еще можно поставить? Декор, украшения. Пойдет. Так, ладно. Так, задание. Магазин. Понятно, задание. Так. Давай попробуем. Стальной чемпионат. Так, мы справа. Работа в команде, пасуй мяч напарника, если хочешь попасть в ворота. Не забывайте прикрывать напарника, пока не тянут мяч в ворота. Ай, промазал. Ай-яй-яй, блин. Управление, конечно, да, здесь чуть-чуть это неудобно. О, мы гол забили. Где он? Да, моя команда крутые чуваки.
Ах ты, зараза. Есть. Блин, прикольно. Где он? Мяч где? Вон он. Есть. Блин, у меня крутые ребята в команде попались.